прямо зараз пропоную невеличкий сюжет стосовно того, як миколаївці та й українці досить часто проходять різноманітні тести, реєструються за допомогою логіна та контакта у логіна та пароля у Facebook на різноманітних інших сторонніх сайтах. Після цього поговоримо з нашим ранковим гостем, чи безпечно це робити, чи не будуть використовувати вашу інформацію таким чином. Напевно, всі хоч раз проходили тести, які пропонують нам соціальні мережі. Який ти герой мультфільму? Твоя основна риса характеру? Що тебе чекає у наступному році? Вони різноманітні і кумедні. Дехто вірить у результати, інші ж просто шукають у цьому розвагу. Але щоб видати відповідь, ці програми просять дозволу на обробку даних вашого аккаунту та аккаунтів ваших друзів. І ви на автоматі погоджуєтесь із такими умовами. Та чи дійсно це безпечно і чи є гарантія, що ваші дані використають тільки для таких розваг? Більш детально про це знає наш ранковий гість. Друзі, повертаємося до студії. В нашій студії вже є ранковий гість, IT-спеціалісти. Дмитро Канарський, доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Добре. І так, в першу чергу говоримо про різноманітні тести у самому Фейсбуці. Соціальна мережа зараз топ-1 в Україні з закриттям контакту. Відповідно, багато чого, як я називаю, шлакового, що було там, перейшло до Фейсбуку. Різноманітні сторонні додатки, де там можна слухати музику, наприклад, і аналогічно ці опитування і різноманітні тести, які були колись в контакті. Зараз вони перекочували до Фейсбуку. Наскільки безпечно ними користуватися, оскільки перед тим, як зареєструватися, скажімо так, в цьому додатку, необхідно надати інформацію до свого аккаунту. І, відповідно, чи можуть використовувати потім цю інформацію проти нас? Доброе утро. Смотрите, первое, информацию собирают, и ее не могут собирать для каких-то других целей, кроме как пользоваться ею. И, естественно, наша задача только понять, полезно это нам или нет, навредит нам это или нет. Ну, если провести параллель, это, скажем, мы, вот некоторые из нас стесняются, переживают, там у них какие-то есть забубоны, там волосы, ногти там где-то свои оставить, бросить, не дай бог кто-то там с ними что-то сделать. На самом деле с нами действительно вроде как ничего не произойдет, но при этом мы переживаем почему-то за там свою какую-то конфиденциальную информацию. Ну, там я так образно ее представляю. Вы говорите, что перекочевали там с других социальных сетей. Нет, они появляются, ну, они появлялись параллельно на всех соцсетях, просто у разных соцсетей есть разные стандарты безопасности. И, скажем, подобными тестами я бы абсолютно точно не рекомендовал пользоваться в соцсетях там, типа ВКонтакте, которые, ну, вы сказали, заблокированы. Они, на самом деле, у нас ограничен доступ к ним, но многие люди знают, как его обойти. Вот в этих соцсетях ни в коем случае нельзя пользоваться такими тестами, потому что вся та информация, которую о вас эта сеть берет, то она будет абсолютно точно против вас использована, это точно. В случае с сетью Facebook, самой популярной на данный момент, эта информация собирается, но, скажем так, используется в большинстве случаев для того, чтобы улучшать действительно сервисы, какие-то там рекламу более-менее таргетированную это делать и так далее, но при этом действительно очень часто количество этой информации очень большое, то есть совершенно непонятно для чего тесту, который решает, какая вы собачка или кошечка, знать весь список ваших друзей, возможно, там вашу какую-то историю переписки, даже такое бывает, поэтому конечно же, пользователю нужно обязательно знать, что есть настройки каждого этого каждого из этих приложений, нужно в них зайти и обратить внимание на то, что именно, какая именно информация берется этим приложением. И запомните, пожалуйста, также самое основное, это то, что эта информация собирается всегда, то есть вы один раз разрешили этому приложению собрать информацию у вас, прошли тест, забыли о тесте, а информация продолжает собираться. Поэтому не забывайте, пожалуйста, о том, что нужно потом зайти в настройки приложения и удалить потом просто это приложение. До речи, если мы говорим про эти додатки, тесты и так далее, ну, скажем так, бронь Боже, але мою сторінку в Фейсбуці ніколи не ламали, якось думаю про те, що, можливо, це завдяки тому, що ніяких сторонніх там сервісів я не підключаю і не проходжу ніяких тестів. Але ось люди, які активно цим користуються, якось частіше їхні сторінки і взламують. З цим пов'язано?
Ну, это можно так только предполагать, потому что на самом деле тяжело вашу страницу взломать, если вы не выкладываете нигде на своей странице свои пароли там, и так далее, какую-то дополнительную информацию о том, как на него можно выйти. Но да, чаще взламывают страницы тех людей, у которых больше друзей. Это очевидно, потому что основная задача взломщиков – это просто использовать взломанную страницу как площадку для распространения информации. И очевидно, что тот человек, у которого 1000 друзей, гораздо лакомее, там, чем тот, у которого 10. Но опять же, взлом – это отдельная тема, и от взлома всегда помогает двухступенчатая авторизация. Это в большинстве случаев вас обезопасит. А с этими тестами это, возможно, связано, но опять же, никто не может гарантировать, каким образом эта информация обрабатывается, хранится и, возможно, передается дальше, потому что условия соглашения с этими пользователями, даже в такой сети, как Facebook, они предполагают то, что эта информация может уйти куда-то дальше. И более того, если вы удаляете это приложение, эта информация остается у того правообладателя приложения. Поэтому самое важное это все-таки понять для себя, нужно ли вам знать, хотите вы там, какая вы собачка или кошечка, потому что это, скажем, сиюминутная какая-то слабость, а информация уже попадает, и, скажем, есть специальная форма, вот я изучал этот вопрос, на Фейсбуке вы можете обратиться к производителю этого приложения и попросить, чтобы он удалил, то есть это не гарантия того, что это произойдет. До речі, відразу з легкою приміткою для тих глядачів, можливо, хто не зрозумів, двоступеневу якраз авторизацію, про яку ми сказали. Тобто це коли вводите паролі, ще разом з тим приходить смс-ка кожного разу на ваш номер телефону. Відповідно, тоді ввійти в свій аккаунт зможете тільки ви, маючи телефон і знаючи пароль. Тому використовуйте всі можливості для того, щоб забезпечити безпеку для себе та для вашої сторінки. До речі, ще така ситуація досить часто поширена. Я, наприклад, на собі просто це все примірюю. Чому? Тому що ці тести не проходив, але мені на сторінку досить часто приходять різноманітні запити і взагалі на сторінку публікується, точніше, з проханням опублікувати, так? Тобто, наприклад, дізнайтеся, яка там ви собачка, або як буде це виглядати, прийдіть, зареєструйтеся там в цьому тесті і, відповідно, отримайте цю інформацію. Тобто, мої друзі, по суті, передають інформацію про мене і теж роблять мою сторінку небезпечною. Так и есть. По умолчанию часто в настройках приложения указано, что, во-первых, оно может от вашего имени делать какие-то посты в Фейсбуке, и второе, это аудитория, которая в этом случае будет использована по умолчанию, часто это друзья. И желательно сразу поставить только я, потому что только вы будете в таком случае видеть свои результаты, там, и приложение будет от вашего имени, только вам это скидывать. Это логично. Ну, скажем, какая-то совсем конфиденциальная информация о вас как о друге, она не может быть там. То есть все, что они могут узнать, это то, что у человека есть какой-то список друзей, и ему можно там как-то построить. Ну, по сути, ту информацию, как я в переписке с этой людиной. Это очень редко. Вот я из тех приложений, которые я устанавливал, я не заметил ни одного, в котором была бы возможность прочитать мою переписку с этим человеком, но теоретически возможность такая есть, поэтому нужно, конечно, всегда следить за этим. Якщо мы все разумеем, по сути, что надаючи информацию про себя, мы, по сути, даем возможность тому же самому там Facebook, чи інші соціальні мережі чи сайту заробляти, по суті, на нас, для того, щоб робити більш конкретну контекстну там, рекламу і так далі, тобто для того, щоб чітко прописувати могли там рекламодавці, кому показувати цю рекламу і так далі. Але якщо ми говоримо не про сам, наприклад, Facebook, а про сторонні сервіси, на яких ми реєструємося за допомогою логіну та пароля Facebook, наскільки це безпечно? Ну, скажем так, это достаточно безопасно, потому что все-таки эти сторонние сервисы являются точно такими же приложениями в Facebook, о которых мы только что говорили, и все, что они делают, это в основном упрощают вам жизнь при авторизации, потому что сейчас очень много сервисов, и мне, например, уже тяжело, несмотря на то, что я еще там относительно молодой человек, мне уже тяжело запоминать огромное количество паролей, поэтому это сделано в основном для удобства, и они берут за это,
какую-то своеобразную плату, то есть собирают эту информацию для того, чтобы улучшать сервисы. То есть я к этому отношусь, ну, не, скажем, без такой серьезной опаски, потому что, опять же, у сети Facebook есть какие-то стандарты безопасности. Угу. И при их нарушении многие производители приложений пострадают гораздо серьезнее, чем тот профит, который они получат с того, что они о вас там узнают, где вы там были, например, в какой-то момент, или там информацию о ваших друзьях. Тому, друзі, якщо робити такий невеличкий підсумок нашої розмови, то особливо боятися цих всіх додатків не варто. Найголовніше пам'ятати про те, що ви надаєте інформацію, а потім не забувайте заходити в налаштування, все ж таки забирати можливість обробляти інформацію про вас. Тому слідкуйте за своєю сторінкою, тому що це ваше обличчя, але в інтернеті. Тому воно має бути теж охайним, і теж ви маєте за ним теж слідкувати.